Нет, было сложно, как и всегда, как и каждую неделю. Все соперники приезжают подготовленными, и в этот раз было точно так же. Разница была в том, что мы сами были готовы к этому, и таков результат. Что лично для вас значит победа над чемпионом страны? No, como te digo, para mí es un orgullo. Для меня это гордость, играть в этой команде и для всей этой команды. Никто никогда не выигрывал «Зенит». Большой эмоциональный подъем для всей команды. Оренбург на выезде обыграл «Локомотив», заработал 3 очка. Оренбург сыграл дома против «Зенита», обыграл команду из Санкт-Петербурга, тоже заработал 3 очка. Какая из этих побед более тяжелая, сложная и ценна для вас? Сегодня было сложнее, потому что нам нужно было нивелировать преимущество, которое команда соперника организовала в самом начале встречи. Это было сложно в ментальном плане. И поэтому я считаю, что сегодняшняя победа была более ценной.